Приветствую всех, дорогие друзья! Как я вам неоднократно говорил в предыдущих роликах, эта игра интересна для меня, пока в ней есть Нюрса. Поэтому продолжаем. Продолжаем. Как известно, как я уже вам говорил, эта рубрика, точнее, эта игра, пока я прохожу свою Steam-библиотеку, меня своим активом полностью устраивает. Очень... Это максимально, реально, максимально удобно. Ты когда хочешь, тогда стримишь. Ты не боишься того, что канал как-то уйдет в теневой бан и так далее. Ролики, они работают автономно. Они выходят по расписанию, и они, соответственно, дают актив. Дают комментарии, дают лайки, дают просмотры. И этого... более чем достаточно для полноценного, так скажем, рабочего функционирования канала. А стримы по абсолютно по желанию, когда захотел, без какого-либо расписания, это очень-очень-очень удобно. Единственное, конечно, что, как я уже говорил, я внес поправочку, и у нас с вами теперь не по 5, потому что это многовато, все-таки многовато, а по 3. Ролика в день по ДБД. Никаких превью, никаких монтажей, никаких там прочих заморочек, которые вообще нафиг никому не нужны. Никому уже не уперлись. Этого ничего не будет никогда. Потому что ролики по ДБД и без этого набирают просмотры. Полностью себя оправдывают. Да ты смотри, какой я читер. Что мне в роликах по ДБД, как владельцу канала, дорогие друзья, максимально понравилось? Это вот самое главное, автономность. Понимаете, автономность. Бедный Леончик. Это тебе не Фредди дрюкать. Нюрсу надо удалить. Нюрса это дисбалансный ман. Нюрса это говно. Против Нюрсы не играю принципиально. Кто еще что слышал против Нюрсы? Этому ману можно петь песни, этому ману можно сочинять стихи, этому ману можно вообще все. Это королева ДБД. Просто королевишна. Если я и стану когда-нибудь мейнером какого-нибудь мана, то только лишь у одного мана в этой игре шанс стать этим самым моим мейнманом. Это Нюрочка. Нет, естественно, я за других тоже буду поигрывать. Никто не говорит, что нет. Но вот именно с точки зрения мейнить, что с точки зрения совершенствовать скиллушечку, это только Нюрка. Ну, потому что она совершенна. Она вот реально, она доставляет удовольствие. Она прекрасна. Она прекрасна. Вот ее, на нее можно смотреть и кайфовать. Это гораздо приятнее, чем терпеть за Фредди. Ну что, Леончик? Отгрузить тебе пиздюлей? На пол шишечки. Пожалуйста, пожалуйста, только Леончик. Давай, на пол шишечки, дружище. Сука, опять не туда пошел. Я есть Нюрса. А против меня не играют. Принципиально. Отлет. Так, ну что? Детектив Тэп и... сука. Зегарек. Вам не скучно? Давайте я вас развлеку.
Не понял. Я малость не понял. Так, хорошо. Детектив Тед. Да ты, сука. Как же это совершенство обыгрывает палеты? Это превосходно. Ей нахер не нужны никакие закрывашки. Ей ничего не нужно. Ей нужно просто отключить все нервы, отключить все психи и наслаждаться процессом. Ты за это совершенство просто кайфуешь. Ты смотри на него какой, а? Заставляет бабу Нюру побегать. Пожалел бы старость. Старость надо жалеть, говноед. И уважать тоже. Банчик тебе. Сука, Зигарек. Ну, я, кстати, его не обзываю, если что. Прочитайте внимательно. Он сам себе такой ник придумал. Что он, сука, Зигарек. Так, ну чё, детектив Тэп. Тэп. Вижу. Надуриловка. Тут смотри какой. Ну вот как они вот ускоряются, вот при этом не видно, что они не прожимают ни хрена, а ускоряются. А ты смотри какой смотрит, ну все честно. Вопросов нет. Ну какой мант еще так может, а? Ну скажите мне, ну блин. Да ты успокойся. Бляха, я взял, отнес. Крюка. Да ты гонишь, что ли? Ну, Тэп, ну что ты такой прям из себя? Опять по кругу. Ой, блин. Загоняли бабу Нюру. Аж блинки вспотели. Идеальное название для ролика. Да прекрати ты вырываться, но пощади ты мое старое тело. О! Сука, Зугарек, сюда иди. Понял. Не понял сейчас. Да ты задолбал этот мейн обузить. Ну что ты хочешь от этого мейна получить? Ничего ты не получишь уже. Кукута. Против Нюрсы не играю, принципиально.
Ну чё, сука, Звигарек рискнет, нет? Если рискнет, отпущу. Не рискнул. Наконец. Вот ведь Зигарек, а. Так, ну вот где ГГ? Ну-ка, покажите мне ваше ГГ. Ну-ка, вот покажите. Отыграл идеально. Просто, я бы даже сказал, просто охренительно. 11 повесов. Ну-ка, где ваше ГГ? Хрена с два. Они напишут ГГ, когда они проиграли. Лайк, комментарий, подписка. С вами был Видеотекарь. Всем пока.